Часик рада, чифер сладости, таны. Сегодня хочу утолить вашу жажду. Вы мне постоянно пишете: «Хикан, трави нам больше своих каких-нибудь школьных баек». Ну, пожалуйста, хозяин барин. Их целый вагон и тележка. В школе, конечно, была жизнь веселая. Ну, какую бы выбрать? Хорошо, расскажу вам такую одну очень примечательную. Как-то у нас было какое-то мероприятие, то ли дискотека, я уже не помню, что там было, но исключительно для нашего класса. То есть там уже, наверное, часа три, все разошлись, мы остались именно наш класс, все. Но мы чуваком что решили? Выпьем по литровичу Певчанского, ну и выпьем аккуратненько, все. Мы сначала там по литровичу выпили, потом еще, по-моему, по литровичу, потом еще немножко. Ну понятно, что для школьника много не надо. Еще раз предупреждаю, только здоровый образ жизни, ЗОЖ на крестах. Берегите себя, хиканы, бухают только быдло. Быдло для быдла. Вот наш слоган. Слоган всей нашей жизни, например, а не только этого ролика. Так вот, нам уже хорошо, естественно. А мы все это дело распивали рядом со стоматологией. Естественно, там никого не было. Блин, и думаем, что же сделать? У школьника, ну, мозгов же нет никогда. И мы думаем, а давай мы сейчас возьмем, покажем силушку богатырскую. Знаешь эту историю? Мы так немножечко разбежались, взяли такую дистанцию, соблюдаем. Первый чувак с ноги, не получилось у него. А там дверь-то хлипкая. Ну, сам понимаешь, там такие старые советские замки, просто дуй на нее, она вывалится. Я думаю, да блин, что ты, это вообще слабенький. Я же отбегаюсь, и все рамы, дверь вот просто плашмя, вот, а допустим, вот дверь стоит, и вот, и легла, и все, а там еще зеркало там какое-то было. Блин, я говорю, да ладно, ничего страшного, ну вместе с луткой там. Это просто, что делать? Ну, там мне что, мне побаровать, да ладно, никто не заметит, мы ее так подняли аккуратненько. А там еще понабежали какие-то левые чуваки, давай там, они какой-то там спирт вынесли в кабинет. Ну, короче, реально разбойное нападение, грабеж, все. Блин, ну, мне что-то показалось, что ну, это нам сойдет с рук и не заметит, например, не заметит. И на следующий день, я еще помню, это был класс, наверное, 9-й, я косил от экзаменов, ну, дескать, у меня там давление какое-то, дистония, все это, ну, на самом деле было, ну, экзамены, конечно, можно было сдать, но почему, если есть такая возможность не сдавать, почему бы и не сдать, вот. Я на следующий день, это было, по-моему, воскресенье, в понедельник поехал в больницу. Я в больнице лежу, и там какого-то чуваку, я у него взял позвонить, ему приходит этот номер смс-ка, типа, что ж ты, подлец, то нас поставил, нас весь класс вызывает, там сейчас менты приедут, тревога, волк у него зайча. Это просто капец. Я там сорвался с больницы, приезжаю, там, сирены, все пропало. Нас весь класс вызвали, всех там, каждого там допросили. И потом, естественно, весь мужской коллектив поставили вот так, стеночкой, да, как при штрафном, так, ну, директор поставил, всех поставил, говорит, так, или вы признаете себе, сейчас там вызываем всех ментов, и чуть ли там в уголовном кодексе нам зачитывать статьи, как там буквально вот, ну, конечно, вас не расстреляют, но 15-тире там пожизненно вам 100% дадут. Я уже, будучи школьником, где там подкорки сознают, что это слишком человек преувеличивает. Много американских боевиков насмотрелся. Думаю, хорошо, ладно. Ну, мы с чуваком посовещались, провели экстренное совещание. Говорю, да, ну, не виноваты, просто говорю, что вот я и этот замечательный парень были жертвами, ну, скажем так, ну, насилие, это, конечно, сложно сказать, просто там какие-то два чувака левых пришли, ну, грубо говоря, мы их просто визуализировали, конечно же, на самом деле их не было, мы говорим, да, вот они пришли, они нас сказали, вот стойте на шухере, а мы будем сейчас взламывать стоматологию, например. Я конечно, понимаю, это звучит, скажем так, бредо, но на самом деле в кризисной ситуации для девятиклассника сгенерировать подобное, ну, я скажу, довольно-таки это неплохо, да, по крайней мере, звучит более-менее правдоподобно. Конечно же, нам никто не поверил, но никаких прямых доказательств, что мы там были, все остальное. А я еще помню, у меня такая лексика была замечательная, он меня спрашивает, Георгий, говорит, ну что, давай, рассказывай. Я говорю, ну это типа, понимаете, мы там, эти два чувака там чекуху распили, я так и говорил, чекуху. Я помню, там, ты же директором разговариваешь, давай нормально. Да что, блин, короче, ну, блин, это, ну, что вы там, что-то пить-то?
Блин, так вспоминаешь, нифига даже не стыдно, наоборот, лузы. Я считаю, что это было не за это, было довольно весело. Ну, потом сказали, ну что, давайте эту дверь восстанавливайте. Ну что, пришел там с трудовиком, нормально все забил, все восстановили. Нам, можно сказать, все это с рук сошло, а тот чувак, он деньги какие-то выплатили. Так что все абсолютно нормально. Но гиканы, опять же, какой Шурик вывод можно сделать из всей этой дурной истории? Не делайте таких дурных поступков. Ну а катализатором кто выступает? Алкоголь. Алкоголь, что это значит? Не пейте. ЗОЖ на крестах. Подписывайтесь на мой канал Здорового образа жизни. Донайте нас с бабулей на мешпакеты, чтобы мы здесь не загнулись. Слава канал Бабуля Слава. Берегите себя. Пока. Компуктер. 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 Компуктер.